Я хочу вам показать кое-что. Видите, тротуар идет, идет, да, оттуда. Он долго идет оттуда, с самого начала квартала. Но вот такая вот особенность американской почти глубинки, хоть здесь, конечно, мы близко от Нью-Йорка. Вот тротуар идет, 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 а потом он заканчивается лужей, и дальше его просто нет. Ну, потому что редко кто вообще пешком в ту сторону когда-либо ходит. И вот он идет, получается, вот все, в никуда. И все, до свидания. Закончился тротуар. Дальше нет его там. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, его там вообще дальше нет. Вот далеко там тоже нет. То есть все. Такой вот прикол. А в ту сторону есть. Далеко-далеко идет. Нормальная такая тема. Если бы я ходил пешком, наверное, меня это напрягло бы. Ну, я думаю, что это никого и не напрягает. Но вот с той стороны, пожалуйста, большой тротуар, там вон ремонт автомобилей. Ну, соответственно, и все асфальтировано. И вот оттуда, вот на той стороне тоже тротуар идет. Вот так и живем.